Меня уже давно нет. Есть тот, кого назвали Сабр, что значит смиренный. Этим утром случилось невероятное. По улицам современного Иерусалима бегал козленок. Жалобное блеяние потерявшегося малыша заглушило голоса муэдзинов и звон колоколов. Он просил отвезти его обратно в хлев. Но кто знает, где его дом? Состав, которым летом 1949 года гнали очередной этап в лагеря и на поселение в Казахстан, был в пути уже вторую неделю. Этот мальчик не знал слов молитвы, но понимал, что, умирая, его дед, старый московский портной Яков Повзнер, очень просил за него Бога. Одна умерла? Пожалуйста, другую взял. Охотник, я тебе сосватываю. Хорошую бабу мы тебе возьмем. Хочешь толстую, а хочешь худую? Я вот толстых люблю. Дурак ты, косын, за тебя любая пойдет. Я бы женился. А хочешь спецпоселенца возьмем? Да вон Верку из Алжира. Косын, за тебя любая пойдет. Сюды. Да ты здесь контуженный, а там-то ты не контуженный. А коль же... Хватит болтать. Полномоченный МВД старший лейтенант Жестян. Вода у вас есть, лейтенант? Отделение. Есть, товарищ майор. Шеренгу по одному встанови.
Посчитали, товарищ начальник спецкомендатуры. Жмуриков виноват. Покойников 7 человек. Виноват. Штук. Захоронить. Есть, товарищ майор. Не первый раз. Живи! Ты чё, как корова, давай! Сказал, по вагону не перемешивайся! Быстрее! Быстро! Чё ты цапкаешься? Давай, живи! Шевелись! Товарищи уполномоченный Балгабай, командующий дрезиной номер один Фатыхин Во в составе интернациональной бригады обходчика товарища Касыма после обхода прибыл. Хватит кривляться. Атамонарь, тупо сказал уже. Товарищ майор, специалист хороший, золотые руки. Так, слушайте меня внимательно. Груз оформлен, 7 единиц. Свезете километров на 20 и заройте. Понятно? Понятно, им, Сергей. Иван, куда ты его пропустил? Одному! Ты что? Следить за порядком. Ты что? Воды всем хватит. Ты кто? Все в порядке очередки. Железнодорожник? Наполовину военный. Должен отвечать по-военному. Он что? Глухой? Слепой! Товарищ майор, маленько контужен. Твою мать! Меня предупреждали в Москве, что... Что здесь будут все эти казахские штучки-дрючки! Не толкаться! Воды хватит всем! Что ты делаешь? Взял, пошел! Бегом, все, быстро делаем! Кто получил воду, отходим в сторону! Я не понял, быстрее сказал! Группы складывать на дрезину! Ну? Все заходят в свои вагоны! По одному! Быстрее, вода! Все, воды больше не будет! Быстро! Загружаемся! Повагонно! Не перемешиваемся! Помогай ей там! Быстро! Вещи! Вы что, люди? Вы хотите? Его Сашка зовут, сирота. Касым, ходи к начальнику. Ходи к начальнику, Касым. Человек, Христом Бога прошу. Христом Бога прошу. А давай. Отошли от двери. Давай, отпусти их на свободу. Есть, товарищ майор. Шеренгу по одному Балгабай. Ты смевал. Не тронь ребенка. Эй! Это, кажется, живой. А там надо лет. Допрыгаешься у меня. Дунганская рожа.
Жмуриков. Навсегда забудь, кто ты. Только так можно выжить. Сколько времени лежал он среди трупов, вдыхая запах смерти? Живой, занесенный конвойным в список мертвых, и только страх давал ему ощущение жизни. Всевышний, прими их невинные души. Уготовь им место в раю. Аминь. Фаты, поехали. А вот и чаёк. Что будем делать, казах? Слушай, давай зайдем его в детдом. Туды-сюды. Пока его никто не видел. Ну ты что на меня смотришь, как на паровоз? Опасно это, понимаешь? Ну, ты что? Я никому не скажу. Ты же знаешь меня, Касым. Знаю, Фаты. Знаю. Касым, его душа мечется между небом и землей, между жизнью и смертью. По его следу идут бесы. Смерть совсем рядом. На его роду лежит проклятие. Чтобы обмануть злых духов, надо дать ему новое имя.
Только что черная курица снесла яйцо. Принесите его мне. Теперь твое имя Сабр. Сабр. Сабр болады. Смирись и прими судьбу. Аминь. Солаях вас. Да будет так. И был он возрожден с новым именем Сабр, что означает смиренный. Значит, там на небесах была принята молитва его деда. Так. Давай, подними. Давай, держи. Опа. Сейчас я же тебя всего осмотрит. Да? Ну, чтоб тебе заразы никакой не было. Ух, со всего вагона в шеи собрал. Ну, что ты боишься? Ну, отпусти. Ну, отпусти, отпусти, мой хороший. Косымага, ну, помоги, как мужчина. Эй, Верха. Обрезанный. Мусульман. Ой, много мусульман, ой. Так он же мусульманин. То есть жид. Так называем в Польше. Жид? А что такое жид? Малый еврей. Ах, вот ты какой! Ну, казах, молодца! Вот я какая! Болтер, пояса. Ух. Опа! С гуси вода, с Сашки худоба. Косымата, косымата, отдай мне мальчишку. Ну, отдай. Глазки открой. Посмотри на нас. Не бойся. Тут все люди хорошие. Ну вот. На, разжили. Настоящий джигит. Он видит, как дрожат их черные ресницы и как потрескивая в сумрачной тиши от нежных пальцев их, которых ток строится под ногтем царственным, покорно гибнут в ши. Ты тоже мне Мадонну нашел. Ты знаешь, кто я здесь? Я здесь Верка Блядь. А ты хороший ежик. Без головы, без ножек. Как без ножек, пани Вера? Я прагну быть пани рыцарем. Вашим рыцарем. Пани Вера, я прагну целовать пани ноги. Ну что ты, ежик, ну оставь, ну не мучь ты меня ради бога, а? Сиротка. Сиротка есть. Thank you.
Wielka dystrofia. Potrzebne dobre jedzenie, to jest kurica, nie wiem, jak buziet, dużo masła, śmietany. Słuchaj, a почему у него глаза закрыты? Он что, слепой, что ли? Туды-сюды. Nerwowe istaszczenie. Potrzeba dużo miłości. To jest wielka miłość. Moja Madonna z młodzieńcem. Все равно он у тебя помрет, казах. Как же ты с ним будешь-то, Касым, а? Может, его в детдом надо сдать? Сашка! Сашка! Оп! Ах ты, щенок. Ой, но это надо тапкать. Нашел с кем шутить. Оп. Стой, ты кто же? Это такой-то? А ну-ка, отпусти меня! А ну иди сюда! Ты кто? Чей? Беспризонник, что ли? А откуда взялся? Мой племянник. На каникулы приехал. Врешь. Я про тебя все знаю. У таких, как ты... Родственников не бывает. Документы предъяви. Не трогай пацанчика. Угадай. А кого ж мне тогда трогать? Тебя, что ли? А хотя бы и меня. Ты, Верка... Я Верка. Тысячу лет Верка. А ты что, не знал? Значит, ты меня совсем не боишься, да? Облагобая. Облагобая все боятся.
Ёжик, доставай бутылку, обмоем Сашку. Да, Волтабай? Добровский! Ну что, Полек, бежать хочешь? Так. Так то еще вообще станет, пане полицейский. Конечно, так будет. Учекну. Беги, беги. На 5 километров уйдешь, 5 лет получишь. На 20 уйдешь, 20 лет получишь. Я и на 1000 километров. Убегу. А танкбаса убежишь. Пулю в затылок получишь, понял? Солдат, купите зачем черепа! Нам черепа? Эй, мальцы, иди сюда! Чего там продаешь? Черепаху, черепаху покупать! Опять консервы! Не хватит уже. Что вы делаете? Не трогайте ее. Я не буду ваш бульон. Пей. Эй, плохо будет? Нет. Помрешь? Смотри. Ты что делаешь? О, копейка. Глеб, смотри, что я нашел. О, целая пачка. Покажи. О, салам, султан. Давно не виделись. Смотри, что мои джигиты собрали. Сабр? Сашка! Верка. Заикаться буду, сам же замуж не возьмешь. Где Сашка? Он у тебя? Да был только что. Он на Благовай приехал, тоже интересовался. Пришлось племянником назвать. А что такое? Ну вот видишь, ну сказано же тебе было, отдавай его в детдом. В этой бескрайней степи, где нет ориентиров, кроме железной дороги, дороги от горизонта до горизонта, ведущей в неизвестность, небо для беглеца открыто, и нет у него горизонта. Но безмерна его грусть, и нет радости от этой свободы. Тогда он и впитал в себя запах степного зноя и полыни,
Этот аромат, словно репей, вцепившийся в одежду, живет в сердце каждого, кто хоть раз был в казахской степи. Потерял на нашей территории, а? Мы здесь главные. Эмба! Эмбой! 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 Нельзя убивать животных. Кого? Курочку. Можно. Нет, нельзя. Можно, Сашка, можно. И тебе их совсем не жалко? Почему? Я их люблю. Я их всех люблю. Они меня. И нам хорошо. Я тебя просто не понимаю. У тебя какая-то страшная путаница в голове. У нас в Москве никого не убивают. Сәулесі суда дәрілдеп, ауылдың жаны терен сай, тасыған өзін күрілдеп. Эй, Сашка! Верка, апа, сашке, сашке. Ага, табылдыма. А, табылдыма. Ну и слава богу, нашелся. Кочевники. Ты что, не спишь? Аллах.
А дальше это? Дальше сяулисы сюда дрельды. Подожди, слезай. На, встав. Сумота, ты, наверное, сильнее Бога. Нет, сынок, я не сильнее Бога. Да, мой дедушка тоже говорил, что сильнее Бога быть нельзя. Давай, Кир. Залез. Оп. Пока нас везли, он все время говорил мне о Боге. Тихо, тихо, потому что громко о нем говорить нельзя. Он страшный. Знаешь, Косомота, я сам в него не очень верю. Только совсем чуть-чуть. А мама с папой в него совсем не верили. Дедушка говорил, что поэтому их и арестовали. Посвященную 70-летию родного Сталина. Она открыта в Центральной публичной библиотеке республики. Пристально и любовно всматривается молодежь в картины, фотографии и книги, которые показывают героическую работу товарища Сталина для революции, для счастья народа. Старший лейтенант Мединский для выполнения спецзадания прибыл. Кино, значит, будем снимать? Так точно. А для нас из всех искусств важнейшим является кино. Допуск на секретный объект у всех есть? Так точно, товарищ майор. Всех. Предупреждаю, обстановочка как на фронте перед наступлением. Понимаем, товарищ майор. Большое государственное дело. Воды у вас нет холодных? Попить? У нас вода йог, заплатим, акшабар. Вы что, по-русски не понимаете? О, салим, Асимбала. Привет, Асимбала. Асимбала, а давай играть в прятки, а? Жарайте. Давай. Пойдем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16. Пацан, не бойся, мы тебя бить не будем. А я и не боюсь. Ты с этапа, а мы таких не бьем. Пошли с нами. Пошли, пошли! Топай ножками! Какая между ног! Мотоцикл! А помнишь, а папа в арбузике? Давай, давай, топай, дровосек, который я замерз. Большое спасибо. Я не курю. Ой, наконец-то присяг. Меня Глеб зовут. Записали так, паразит, когда родился.
Вообще-то я Пак. Я белый, подкидывал. А твои родители где? Здесь? На севере. Но их скоро отпустят. И они меня заберут. Да здесь они. Мы все здесь. Ты к нам в шайку пойдешь? Да, пойду. А что надо делать? Да вот денег надо собрать. Операцию сделать. Кости сволочи все время ломаются. Поляк говорит, чего-то не хватает. Кальций, шмальций какой-то. Тоже мне, хромой Тамерлан. Не перебивай. Поляк сказал, что в Алма-Ате врач есть. Фридман называется. Кости лечит. Мне много денег надо. Эй, белый, дрова подкинь. Много не болтай. Денег, говоришь? Я, кажется, придумал. Да, точно. Вода, кипяток. Чай красный. Готов, готов. Давай, наливай. Только пальчики не обожги. Наливай. Пацаны, поезд идет. Давай быстрее, поезд едет. Побежали. Кипяток, кипяковая вода. Покупайте. Кипяток, кипяток, за 3 копейки кипяток. Посчитаем. Эй, ну-ка. Чё? Давай, шпана, бабки на кон. На. Мало не мало. Это Сашке. Он придумал. Большое спасибо. Тебе много денег надо. Оставь себе. И что? Эта дура может пробить вагон? Может и пробьет. На то она и дура. Сашка здесь? Ты куда, поганец, мой чайник делал, а? Верка, блядь! Ах ты, я тебе, гад, погулю из задницы! Верка, блядь! Что сказал, гад? Хулиганью. А ты крышку потерял. Ну что теперь делать буду, а? И вообще, что ты с этой шайкой связался? Они же беспризорники настоящие, без отцовщины. И ты, Сашка, запомни, тебе с ними делать нечего. Еще раз с ними увижу, всю задницу нашлепаю, понял? Ага. Касым, какой у тебя человек? Золото прям. Наш паровоз вперед беги, кому не остановка. Живого нет у нас пути. В руках у нас что? Приехали? Товарищ полномочный полковой! Ура! Опять Верку драл. Ай да милиционер. А Верка как хорошая скорая помощь. Ой, Санкша, Верка, ты спешишь. Верка хорошая. А я что сказал? Плохая, что ли? Ты давай работай. Казах! Касым! Ну-ка. Что с тобой? Что случилось? Ух, ну-ка вставай. Пойдем. Давай, садись. Ты что, поляк, свой язык проглотил? Говори что-нибудь. Нам работать надо. Ну что, ежик,
Плохо? Так вот, мне неведомо, что это может быть. Надо обследовать в больнице. А до того часу, напевно, не вольно ездить конно. Ездить на конях нельзя. И курить. Курить не надо. Ну все, казах, я сам тебя лечить буду. Дунганская медицина – самая лучшая медицина в мире. Ну что, встал? Пойдем. Именно с этого дня Касым изменился. А что изменилось теперь в тебе, Сабыр Смиренный? Что ищешь здесь, на этом рынке, собранном из осколков миллионов жизней? Ответь, кто ты на земле своего Бога, если часть твоей души осталась там, в станционном поселке ссыльных переселенцев? Но разве вся земля не есть земля Бога? Эй, ты что делаешь? Школьники всей советской страны готовят подарки к юбилею нашего вождя, товарища Сталина. Самый лучший подарок победитель сможет вручить имениннику лично. Интересно. А если я сделаю подарок? Может, тогда он отпустит моих родителей? Откуда взялся? Видишь, какой белый? Сон пришел. Какой хорошенький. А Пакьякин? Он мой будет? Чей он? Эй, ты чей? Из какой кошары? Наверное, к добру. Жахслака. Да, это твой. Рахмет это. Играй. Тепленький. Хороший. Кипяток, кипяток! Покупайте кипяток! Слушай, давай я тебя буду звать Кипяток. Тебя поймаю! Кипяток, знаешь, как в Москве красиво? Она ничего, да? Товарищ майор, она из спецпоселенцев. Давай ее сюда. Иди, милиция, иди, не задерживай.
Откуда? Комулинский лагерь жен изменников Родины. 58-я часа. Ира Вера Иванова. Штанин начальник. Алжир? Хороший лагерь. Я не об этом. Сама откуда вы? Не имеет теперь значения. Раздевайся. Это что? Твой религиозный предмет? Мой. Снимай. Не сниму. Снимай. Не сниму. Мне его подруга перед смертью надела. Я его никогда не снимаю. Снимай. Не сниму. Я говорю, снимай. Не сниму. Животные, никто не знал тогда, какое невиданное и страшное жертвоприношение готовится здесь. Эй! Казах, подвинься. Говорю, что султан никого не боится, даже уголовников. И Богабай он тоже не боится. Сашке, покажи, на что ты способен. Я Богабая тоже ненавижу. За Верку ненавижу. Открой дверь. Открой, сука, а то щенка твоего выкопана сдам.
Верка, блядь! Открой двери! Тротор, блин! Кальчик! Что тебе надо, щенок? Сись, Форман! Сись, Форман! Сними форму. Выходи один на один. Пошел вон, щенок. Сними форму. Выходи один на один, если ты мужчина. Щенок! Заснул, что ли? Сашке, ты где? Стой! Пацан, ты шухи! Да ну что, она стоять! Стоять! Эй, Сашке! Куда? Сашке, Атас! Ах, вы сучата! Имя, фамилия? Значит, имя тебе вор. Я отправлю тебя в тюрьму. Понял? Мое имя Сабр. Сабр? Сильный Сабр, Гусим Кузьм. Пусть лопнут мои глаза, Сабр. Если ты Сабр. Честное слово, спросите у Касыма. У какого еще Касыма? У одноглазого путевого обходчика. Обходчика путевого. Вылазь, лома. Хватит плакать. Не плачь, да. Съешь яблоко. Спасибо, я их ненавижу. Ненавижу. Давай перестань плакать. И поедем. Посмотрим, кто за тебя заступится, понял? На этот раз. Давай, Жиргатик.
Спасибо вам большое. Эй, подними глаза. Смотри сюда. Вот ты послушай меня. Если куда уходишь, то говори. Куда уходишь? Эй, и зачем? Ухтунга? Понял. Я. Да. Турум барбус. Эх ты. Будешь еще? Напился. Да, кипяток. Мы с тобой похожи. Ты один остался, и я родителей потерял. Ну ничего, я все равно их когда-нибудь найду. Совет. Деньги давай. Разберись, есть. Так. Получи. Ты где? Здесь, товарищ майор. Касым Батырбаев, железнодорожник, местный, участник войны. Бяша. Животное. Бабай, животных не продашь? Нам животные всякие нужны. А? Глухой, да? Да контужен он. А. Мы не конфискуем же за деньги. Для большого государственного дела. Подарок к юбилею товарища Сталина. Товарищ майор, однолошадник он. Жалзат-то по-нашему. А ты, маты, ты что это, милиция, а? Слушайте, брат, свояк, все вы тут родственнички, знаю я вас. А ты, родственник, животное продашь? Черепаха типа лимонка. Это что за Абрамчик? Вылитый казах. Откуда взялся? Родила. Ты? От кого? Знать бы от кого. Да вон хотя бы от Балгабая. Ничего. Баба-то боевая. Молодец. А ты, значит, долбан божа. Поехали. Просто так, бесплатно. Только передайте товарищу Сталину, что это от меня, от Сабора Познера.
Поехали! Пусть он отпустит моих родителей. Понимаешь, Касыма-то? Если бы мы с тобой знали, понравится мой подарок товарищу Сталину, да? Да. Когда я был, как ты, Сашка, далеко ходил, до дальней зимовьи. Помню, по всей степи юрты ставили. Праздник был той. Тысячи гостей, представляешь, столько угощений, столько состязаний. А наш род был самым уважаемым. Много лошадей, верблюдов и козлов. Игра такая, догонять надо девушку. И вот как-то я догнал девушку. И поцеловал. А потом? А потом свадьба. Той. Трое детей было у нас. А потом? А потом голод. Никого не стало. Ну, а потом? А потом война. А потом что было? А потом у меня появился ты. Эй, Аллах. Слушай, я одна, ты один, оба мы тут одни навечно. Давай, это как его, ну, в общем, жить вместе, давай, а? Ну, как муж и жена. Не побрезгуешь? Нигде нету. Ух ты, ракушка. Ага. У нас в Москве такая тоже есть. И на ней гагры написано. Ага. Мама с папой ее с Черного моря привозили. Ага. А что, здесь раньше тоже море было? Здесь все было. Когда-то, видимо, везде было море. Вот так, сынок. Эй, Аллах. О, Всевышний. О, сажазах, жандарга, имам. Дай успокоение невинным душам. И пусть земля им будет пухом. Аминь. Дедушка лежит.
А какой у тебя бог, Касыма-то? Бог у всех один. И у меня, и у тебя. И у Ежи, и у мамы Вежи, и у Фаты, и у Глеба. У всех один. У всех, сынок. А на каком языке он говорит? Он все языки знает. Но самое главное, чтоб слово шло от сердца, вот отсюда. Вот запомни это место, эту землю. Когда-нибудь сюда еще вернешься, сынок. А ты что, собираешься меня куда-то отправить? О, казахи, подвиньтесь. Есть одна хорошая новость. На всех хватит. Бисмилля рахман рахам. Синде жазык жок. У тебя вины нет, а у нас еды нет. Аминь. Не подсмету. Так, еще не бешормахили без меня? О, хорошее место. Теперь, казах, ты здоровый будешь. А сой надо позже добавить. Мясо мягче будет. Осторожно.
нашего района. Ай, Барекельда. Атау, потом взрыв. Касым Ата, благословите. Ой, наконец-то Бишбармак пришел. Ну, гости дорогие, перед большой трапезой мое благословение. Пусть в народе будет покой, в стране порядок, а у молодых счастье. Вот, например, ушки. Вот кому-то сейчас повезет. Это нашему Сашке, чтоб ты хорошо слышал. Это глаза, это поляна, чтоб ты хорошо смотрел свою Верке. Это шейное мясо, это для Веры, чтоб ты крутила своим Ежей. Это моему другу Фаты, чтоб ты хорошо... Говорил, говорил. Нет, болтал. Спасибо. А теперь, друзья, давайте выпьем за жениха и невесты. Ай, горько. О, горько! 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 Желсіз түнде жарығай. Сынок, подержи. Сәулесі суда дірілдеп. Ауылдың жаны. Верка, блядь. Добровский, а ну встать. Я кому сказал встать? Сиди. Устроили тут балаган, блядь. Верка, твою мать. Верка! Верка, блядь, на меня смотри! Хенде-хох! Ноги в сторону! Идем к тебе! Ага! Ага, хочешь ты... Касым, ага, не надо! Прекратите! Ага, дым! Мы же родственники! Не позвольте перед людьми, что я сделал! Сукин сын. Нашел родственника. Хайван. Животное. Ты что, Касым, делаешь? Совсем с ума сошел? Туда-сюда. Перед всеми людьми опозорил. Одноглазый старик. Я его родственником считал. А он с грязью меня смешал. Встать! Все по вагонам! Домровский, блядь! Сука! На кого ты руку поднял? Сука! На кого ты руку поднял? Шкура продажная! На советскую власть руку поднял, да? От тебя, товарищ Болгобай, пан Домровский! Пусти его! Он кит! Пусти! Твою мать! Пусти меня! Да пустите меня! Ёжик! Ёжик! Милый, ну что же ты наделал? Ты же милиционера убил! О.
Верка. Я только хотела... Что? Одеза. Я не виноват. Сын из города. Ты же видел, он сам. Ага, мен... Мен к нам жоқ. Мен... Мен... Ага, мен... Иттің баласы. Сукин сын. Ёжик! Ну не умирай, ну пожалуйста! Ёжик! Это не я, это он сам. Ёжик! Я... я знал, что все так закончится. Будь ты проклят. Это не я. Пошел вон. Сам. Собачий отродье. Открой глазки покороче, пожалуйста. Ёжик! Господи! Ну тогда возьми меня! Это тебе еда. Фотография твоих родителей. Здесь адрес твоих родственников. Понятно? Да. Это молитвенник твоего дедушки. Эй! Ты что, боишься? Запомни, никогда ничего не бойся. Никогда. Береги себя, Касымата. Все, пошли. Не плачь, сынок. Не плачь. Ты же мужчина. Я не хочу уезжать, а то... Сынок, счастливого тебе пути. Счастливого, сын мой. Счастливой дороги. Жолың болсын, балам.
Счастья тебе, сын мой. Спаси, Матар, береги себя. Я обязательно вернусь. Джон Боссу, Матар. О Всевышний, если есть за мной какая вина, прости. Дай мне веры, а Сашке моему счастья. Утро в поселок приехала милиция и переловила всю шпану. Их забрали по подозрению в организации убийства милиционера. Но кто же все-таки стрелял в Балгабая? Султан? Глеб? Или кто-то еще? Я тоже мог быть с ними. Если бы не старый казах, которому однажды Бог поручил меня. Через много лет я узнал, что 29 августа 1949 года в 170 километрах от Семипалатинска был произведен первый в СССР взрыв атомной бомбы. Подарок Сталина к юбилею. Конкурс на лучший детский подарок любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину, который проходит по всей нашей необъятной родине СССР, продолжается. Симбалакова Багарова исполнит народную песню на стихи Абая, кстати, уроженца нашего края. Вот это дерево. И ничего вокруг. Только эти узелки из ткани, по которым можно сосчитать, сколько людей были под его ветвями. Сколько дней я ждал, когда снова буду здесь и со смирением приму прошлое как единственную, бесценную и счастливую, подаренную мне судьбой жизнь. Здесь, среди многих других судеб, нашли успокоение души моего деда, к
косыма. Кайфися веры ее мужа поляка Ежи, неугомонного Фаты. Пусть земля им будет пухом. Я вернулся, чтобы назвать косыма своим отцом и посвятить ему молитву, которую читают в память о родителях. Да будет имя его великое благословенно вечно во веки веков. Да будет имя его великое благословенно от века и до века. Да будет благословенно возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено имя святого. Благословен он выше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем «Амин». Cool.